Так, добрый день. Сегодня наше видео посвящено пересадке растений на клумбе стационарной, которая укрыта агроволокном и сверху покрыта корой сосны. Значит, что мы имеем? Мы имеем растения, которые посажены под агроволокно, они разрослись уже. И у меня было по планам по весне рассадить эти растения. Как я это буду делать? Вот есть куст, который уже довольно крупный. Летом он очень массивный. Я думаю его поделить, сделать в него маленькие саженцы, а один кустик таки оставить тут, ну, чтобы он был. Сейчас у нас агроволокно уже впритык вот этому растению, которое есть. Что можно сделать? Разгребаем. Разгребаем вот эти щепки, которые тут есть. Потом ножничками разрезаем вот это агроволокно. Щадить это дело не надо. Ничего с ним не станет. Растение уже очень крупное. Корешки пошли вот активно сюда. Ему места мало. Будем его. Это хоста. Она неприхотливая. Тенелюбивое растение. Сделаем так маленькую вспомогательное телодвижение. Растение повредить не хочется, я максимально туда углублюсь. Достали куст, достали, сейчас его ножом разрезаем. Это взрослое растение. Я его планирую разделить на две части. Вот. Одна часть пойдет в другое место посадки, а вторую я планирую сюда и вернуть вот так вот на место. Земля после дождя рыхлая. Обратно возвращаем этот растение, так как земли стало тут меньше за счет вот этого комка, вот как она, чуть-чуть досыпаем новый. Тут есть такой у меня субстрат торфяной, нажимающийся. Вот эту всю красоту на грибом. Можно это еще освежить. У меня есть с
свежие опилки, которые мульчу. Это можно делать, можно не делать. Сейчас они по цвету отличаются от прошлогодних. Но пару дождей, и все это вернется на место. Таким образом, вот мы рассадили растения. Опилки остались на месте, растенечко опять будет жить. И при этом еще есть большой куст, который можно посадить в другом месте. Вот так мы используем агроволокно на стационарной клумбе, на которой укрыто и замульчировано дополнительными опилками.